За месяц из денежного оборота по всему краю изымаются в среднем около 4000 поддельных купюр. Злоумышленники чаще всего пытаются разменять фальшивые деньги в магазинах и супермаркетах. Но риск стать обладателем поддельной купюры существует для каждого. Как определить подлинность банкноты, расскажем в нашей постоянной рубрике по оперативным сводкам. В Белореченском районе из денежного оборота полицейские продолжают изымать фальшивые купюры. Чаще всего злоумышленники пытаются сбыть подделки на кассах магазинов. Наибольшему риску подвержены кассиры супермаркетов, которым приходится ежедневно работать с огромным потоком покупателей. Начиная с января месяца на сегодняшний день на территории Белореченского района уже обнаружено 9 фальшивых купюр. Как правило, это однотысячные купюры и пятитысячные купюры. Если вы обнаружили, что вам попалась денежная купюра, не надо ее сразу пытаться сбыть, потому что это уже предусматривает уголовную ответственность, предусмотренная статьей 186 Уголовного кодекса, до 5 лет лишения свободы. Лучше сразу обратиться в органы полиции и сообщить, как попала вам купюра, приметы, если вы запомнили человека, кто вам передал эту купюру. В первую очередь отличить подлинную купюру от поддельной можно по переливающемуся изображению герба города, соответствующего банкноте. Также надпись «Билет Банка России» обязательно должна выступать, а в фигурном окне просматриваться металлические нити. При сминании банкнота должна издавать характерный хрустящий звук. Поддельные купюры можно также отличить по номерам, которые начинаются с символов АМ-24024, мягкий знак Н-37028, ОП-91025, ТЛ-57022. Илья Никитенко, Сергей Чернецов по оперативным сводкам.